Да. Здравствуйте, это канал Максимадзе. Совсем скоро наступит Новый год. Канал Максимадзе сегодня поздравляет вас с самым главным праздником страны. Да и в принципе и не только нашей страны. Уже совсем скоро наступит 2023 год. И мы с радостью провожаем 2022 год в прошлое. Как вы знаете, в этом году было... Ну, какой-то год был очень тяжелый. Тяжелее, чем оба предыдущих. Во-первых, мы по-прежнему продолжаем бороться с эпидемией COVID-19, которая в этом уходящем году добралась и до меня, и пока до сих пор не отступает. Ну и во-вторых, в этом году нам пришлось пережить такое смутное время, как конфликт России и Украины. Это смутное время не нужно никому. Искренне надеюсь, что в следующем году все это прекратится. Наше российское правительство, тем не менее, и президент уверены, что и в новом 2023 году, когда нам предстоит решать не менее сложные и ответственные задачи в развитии страны, российские люди, бескорыстно преданные своей любимой родине, вновь покажут пример коммунистического отношения к труду. Конечно же, речь идет о том, что по заявлениям нашего правительства военная спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока она не достигнет своих целей. Но мы искренне надеемся, что все это вскоре прекратится. Уже в следующем году. Искренне надеемся. Это смутное время никому не нужно. Помимо военной операции, нам также пришлось пережить исход за ней санкции, уход многочисленного количества брендов из России и всего такого. Ну, давайте не будем говорить много о плохом, давайте о хорошем. Например, в этом году прошел чемпионат мира по футболу, в котором победила Аргентина. Это очень даже хорошее событие. Но если говорить о канале Максимадзе, зародилась такая рубрика, как прохождение карт в Майнкрафте. Если у вас есть свои карты в Майнкрафте, которые вы могли бы нам присылать, присылайте, пройдем. Также зародилась рубрика Hello Neighbor модкиты, моды из модкита. И в следующем году она продолжится. И причем она будет выходить еще чаще, потому что я наконец-то научился пользоваться модкитом. Также постараюсь и вас научить им пользоваться, хотя на ютубе инструкций полно. Если до этого я запускал моды исключительно из мастерской Steam, то теперь и из модкита будут тоже. Также мы наконец-то добрались до 100-го выпуска в рубрике по модам на как достать соседа. Этого события ждали, наверное, все, и я, в принципе, тоже. Начиная со следующего года, как я уже в комментариях говорил, моды на как достать соседа будут выходить теперь пореже, может быть, я думаю, не чаще, чем раза три в месяц. Но теперь, чтобы, так сказать, уравновесить чаши весов, наверное, выпуски теперь будут длиннее. Теперь они будут не по два мода, а по четыре, например, чтобы уравновесить чаши весов касательно хорошей и плохой стороны одновременно. Дорогие друзья, уже совсем скоро мы вновь почувствуем все те самые эмоции, что чувствовали на каждом таком празднике. Очень надеюсь, что у всех у вас хорошее настроение. Российский народ и другие, в принципе, тоже должны провожать старый год сознанием исполненного долга, хорошим настроением. Пишите обязательно в комментах, как вы празднуете этот Новый год. У многих из вас, я уверен, накрыт стол полный еды. И уже скоро мы поднимем бокалы за Новый год. Давайте чокнемся вместе с вами вот так. Искренне желаю вам всего хорошего в новом году. Очень надеюсь,
что сбудется какая-нибудь хорошая для вас мечта в следующем году. Что-нибудь хорошее, о чем вы мечтали. Ну и в принципе, также хочу поздравить с Новым годом тех, кто сейчас не находится дома, а на рабочем посту. Всяких там, например, врачей, охранников и многих других. Также выражаю благодарность таким людям, которые очень много хорошего сделали для нас. Ну что ж, уже совсем скоро Новый год приходит к нам. Для тех, у кого он уже наступил, тех поздравляю с праздником, с новым 2023 годом, друзья. У тех, у кого он еще не наступил, тех с наступающим Новым годом. Ну что ж, а сейчас смотрите по традиции все картинки со событиями на канале Максимадзе уходящего года. Еще раз всем желаю счастья и здоровья в следующем новом году. Ну, а мне осталось только пойти своим родным туда и попробовать с ними отметить этот Новый год. Год голубого или черного. По-разному все сайты пишут. Пишите обязательно правильный ответ в комментариях, если знаете. Водяного кролика. Thank you.